Всем привет! Сегодня у нас воскресенье. Время 6:30. Едем на коп. Ну, немножко подальше сегодня едем. Едем опять же на уже битое место. Я там уже, наверное, разов, блядь, 10-15 ходил. Но там были много хороших находок, а именно много монет английских. Там, видать, англичане стояли. Прям много там одно такое место есть. Я там, наверное, с одного места 20-30 монет поднял старых. Ну и сейчас едем туда. Опять же, немножко походим там. Может быть, перейдем на другое место. Есть еще место там недалеко одно. Будет видно, короче, по погоде, по настроению. Вот по таким красивым местам ездим. Смотри, какая красота. Еще там в горах такая дымка стоит. Еще время только 6 часов. Дороги, смотри, какие полена. А, какая картинка красивая. Солнышко вон как встает. Короче, погодка лепота. Эта неделя вообще обещает всю неделю почти 30-ку. 30+. Что может не радовать. Лето наконец-таки началось. Но одно плохо, то что это 30 градусов на работе, это жопа, блин, конечно. Но если 30 градусов это в отпуске было, это было хорошо. Ну, надеюсь, вытерпим, что ж, не первый год. Так, ну что, мы приехали. Только что-то я сейчас проезжал мое место, блин. Там, блин, вроде как все вырублено, блин. Если это так, то, блин, шайза натерли. Ладно, будем посмотреть, если что, переедем в другое место. Так, ну вот первая находочка с этой ямки. Такая пуговичка солдатского мундира. По-моему, с орлом, да? Блин, очки не взял, не вижу нифига. По-моему, орел. Ладно, дома помою, выставлю. Так, сохран, ничего. Ну, без ушка. Ладно, ходим дальше. Час где-то брожу, пока находок нет. Ну, из находок только одна пуговичка такая, более-менее. Ну, и много таких сигналов фальшивых. Банки, блин. Патрончики, гильзы, которые я выкидываю. Железо. Сейчас сделаем перевал немножко. И идем дальше. Сегодня часа 2-3. Надо покопать. Раз так далеко уехали. У нас очередной сигнальчик. Кусочек леза я выскочил. Да еще и с надписи. Не могу разобрать, что за надпись, но что-то на это награвировано. Надо еще позвонить здесь, может быть, сам нож найду. Блин, очки не взял и не видно, что написано. Блин, ладно, дома. Дома разглядим. Солнце вылазит, становится жарко. Ну, у нас первая монетка. Вот с под этого корней вытащил. Не знаю, не видно еще что. Ну, по любасу Англия. 100%. Сейчас уже мыть не буду. Дома помою, потом выставлю. Ладно, что, еще немножко походим, да домой будем возвращаться. Все-таки сегодня воскресенье, надо еще отдыхать. Все-таки там, где я вытащил монетку, блин, был еще один сигнал. Была вторая монетка. Но я что-то в этих корнях, блин, долбал, так и не докопался до нее. Ну, метров 50 отошел. И тут такой поверхностный сигнал. Смотри, еще одна монетка. Ну, это 100% Англия. Такая большая. Я даже знаю, какая тут морда какого-то этого, блядь, ихнего. Но я сейчас не буду мыть. Дома помою, сохран вроде хороший даже. Чувствую. Дома помою, выставлю. Не, сохран топчик. Я уже отсюда вижу.
Ладно, что еще? Чуть-чуть полазим. Блин, когда находки появляются, и что-то я домой неохота уходить. Хотя становится уже жарко. Ладно, еще чуть-чуть, да домой будем сваливать. Недалеко он отошел, где первая находка была. Вот метров 5. Опять монетка. Опять монетку назвонил. Не знаю, что за монетка. Надо отмывать. Довольно такая тяжеленькая. Не знаю, сохран будет, не будет. Потом, если что будет, видно, выставлю. Собирался же паковаться, блин. Нет, думаю, пройду еще. Ну, блин, я опять сигнал под деревом в корнях. Блин, такой. Короче, один фиг его раскопал. Смотри. Очередная монетка. Вот здесь лежала. В этой ямке. Не знаю, мыть не буду пока. Сохран, ничего. Время терять это. Дома помою, потом выставлю. Нормально, да? Блин, здесь какой-то клондайк. Только 2 метра отошел. Вот тут дорожка такая, видно, да? И вот тебе сигнал. И опять монета. Видишь? Ну тут вроде корней нету. Земля такая мягкая. Так копанул один раз, вытащил. Сохран должен быть хороший. Мыть не буду, дома помою, выставлю. Идем дальше. Че, я думаю, хватит. Я считаю, то, что выход хороший был сегодня. Находки хорошие. Хорошего понемножку. Еще надо домой ехать. И отдыхать сегодня воскресенье, завтра на пахоту. Сейчас протираем прибор, пакуемся и идем до машины где-то метров 600. Ладно, все.